вести самоубийственную войну до победы и до последнего украинца, я думаю, сейчас уже никто не может. И уже звучат на Западе заявления, что планы 7 пунктов от Путина якобы недостаточно конкретен. Ваши ощущения? Второй пошел, идиот! Идиот! Он сейчас же въезжает! Уйди, тетя! Смотри, смотри! За скрытие с ДТП милиция вызвана. Что?
С третьим с ДТП. А какого ДТП? Ну, все есть. Ну, какой ДТП? Ну, ты меня подрезал со встречи. Я тебя подрезал? Ну, ты, я тебя подрезал. Сейчас милиция приедет, разберемся. А, ты думаешь, ты меня... Я тебя подрезал. Хорошо, да? Я тебя подрезал. Ну и что? Сейчас разберемся, милиция приедет. Ну, давай. Все, ждем. Отлично. А тебе вот это зачем, скажи? Милиция? Да. Ну, чтобы ремонт оплатили. Какой ремонт? Здесь. Что ты зеркало сложил? Не зеркало, там крыло, там все. А ты зачем лез-то, я тебе не понимаю? Я не лез никуда, ехал по своей полосе. Это я ехал по своей полосе. Хорошо, сейчас приедут. Ну так узнают. Ты что, давай это решим на вопрос, что нам, менты с тобой, мы взрослые люди. Взрослые люди, ты что подожди, давай поговорим, давай без ментов, ты что ты сразу? Ментов. Стас, для начала. Уже я. Ты что лезешь-то, я не понимаю. Я не лезу никуда. Мы едем, канал, машину сопровождаем. Ну что лезешь? Ну лезь, а я никуда не лезу. Ну я что не видел, что ли? Нет, ты как-то вправо перестроился, я слева ехал. Крыло, зеркало и что-нибудь еще найдем. Бампер, крыло, зеркало. Ну, не будешь скрываться больше. А? Не будешь больше скрываться. В смысле, а кто скрывается? Уезжается. Ну, ты уезжал? Я уезжал. Уезжал. Что тебе сказал? А ты еще думаешь, что я виноват, что ли? Хорошо, я виноват. Ну, и что, и кому, как ты что-то доказывать будешь? Телефон ну, снято, все снято. Нет, что ты хочешь, я тебя с тобой разговариваю. ГИБДД приезжает. Оформляемся, я обращаюсь в страховую компанию, выплачиваются деньги. Ну а что, ну и что, сейчас ты я... Другой вопрос, что ты хочешь еще? Больше ничего. Ну а о другом как проблему решить? Никак. Что скрытие? Скрытие у нас 12.27, вторая часть. Отвел до полутора решения прав. За выезд на встречную полосу в местах, обращен 12.15.4. А что у нас там? Либо пятерка, либо лишение. В зависимости от остального. Ну, давай вопрос по-другому решим. Давай. Давай. Тридцатка. А? Тридцатка. Что тридцатка? Ну, давай тридцатку и за ущерб, и все. А я юрист. А? А я юрист. А. Двадцать пять. Слушай, у меня нет пятерки больше. Правда, последнего у друга забрался. Не, отвечаю, нет, рубля я. Больше нет. 20. Нет, 20 ездит, я говорю, взял рубля. Больше ездить так не будешь? Подрезать и скрываться. Не понимаешь, что слова. А? Я понимаю, что будешь.